С 26 февраля по 13 апреля в Чувашии проходит 13-й республиканский конкурс на лучшего классного руководителя. Самый классный 2018. Напомним, конкурс на определение лучших классных руководителей «Самый классный» проводится в республике ежегодно, начиная с 2005 года. Участие в конкурсе позволяет педагогам овладеть новыми профессиональными умениями. Педагоги разрабатывают сайты классов, программы индивидуального развития ребенка, внедряют инновационные проекты по работе с родителями. «Самый классный» 2018 проводится в три этапа. Школьный с 26 февраля по 2 марта текущего года проводится общеобразовательными организациями. Муниципальный с 5 марта по 21 проводится органами управления образования администрации муниципальных районов и городских округов. И республиканский проводится Министерством образования и молодежной политики республики с 23 марта по 13 апреля текущего года. Включает заочные и очные туры.